В венгерском городе Сомбатхе проходит молодежное первенство Европы по спортивной борьбе. Накануне начались соревнования в женской вольной борьбе. Россиянки уже завоевали 2 золотых и 2 бронзовых награды. Сегодня разыгрывают заключительные комплекты медалей в весе до 53, 58, 63 и 75 килограммов. Представительница Чувашии Мария Кузнецова – единственная из сборной России, кто поборется за награды в вечерней части соревнований. Россиянка в первом круге на туше победила Кристину Федорашко из Беларуси. В четвертьфинале выиграла у Луизы Мански из Германии. Но в полуфинале не смогла справиться с чемпионкой Европы 2016 Петрой Олли из Финляндии. Ее соперницей в борьбе за бронзу станет Юлиана Янева из Болгарии.